Всем привет, с вами Филипп, и мы продолжаем играть в Assassin's 3, чуть не сказал 4. Но пока мы ждем четвертую часть, и все другие игрушки, как Battlefield, Call of Duty, Ghost, там, ну все, и Watch Dogs, GTA 5, ну все, что мы ждем. И мы пока, ну для фанатов фанаты ассасинов, я поиграю в третий. И кто попал на мое вот второе видео и никто не смотрел первое видео, повторяю. Ее, да, все прошли, ее уже все снимали, но я ее не снимал, и мне захотелось ее самому заснять. Потому что, ну, я ее уж тоже точно и все ее прошел. Кто фанат ассасинов, ставьте лайки. Так, чувак, ты хочешь что-то поговорить? Ну, давай. Доброе утро. Здравствуйте. Не хочу с тобой базарить. Вы судовой врач или просто пассажир корабля? Он Вася Пупкин, будем так считать. Так, тут можно резануться с ним во что? Так, и тут еще у кого что-то можно резануться. Так, он там. У тебя то же самое, да, то же самое, неинтересно. Так. Ну, пока мы еще не играем за Коннора. Капитан? Так. Мистер Кенвей. С тобой это точно. На вот, прошу, надо сюда идти. Если вам будет какие-то неудобства. Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так, наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Сейчас драка будет, ну я. Вернусь бы вы в кают. Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы-то здесь. Молодец. Считает, а? А как тебе такая шутка? Красавчик. Не суйся. Давай, наваляй мне. Давай, ну. Оба мимо. Давай еще раз. Оба, фиг тебе. Так, на. Как прикольно он тут дерется. Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит, дьяволу капитана! И тебя, Билл, заодно! Ты сам-то за кого? Да елки, давай! Давай. Давай, ну бей ты его, уже ну хватит. Вот тебе. Я готов еще раз, если что. Это неразумно. Че? Да я тебя не боюсь. Ну давай, проверим, на что ты еще способен. На. На. Как тебе такой расклад? Ну давай. Давай, нападай. Чё ты жешь? Опа! И нет ножа. Что здесь происходит? Капитан! Я жду объяснения, мистер Кенвей! Эти мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. На два слова, мистер Кенвей. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Так.
Так, вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Вот так вот. Она вас не уважает. Я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому, так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять, я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Такой вид, как будто он обосрался. Смотреть на его лицо, вот это да. Да. Чувак, походу, отложил личинку. Ну, пойдем, пока он там вытирает себе жопу. Так, нам обратно в свою каютку надо. Но мы уже тут. Опять будет разглядывать эту фигню. И что-то писать. Что он там пишет, если уже все написано? Что-то я как-то не понимаю этого чувака. Что-то он как-то долго разглядывал. Только зачем этот ролик вставили? Атлантический океан, день 28. Долго плывут. Мистер Кенвей. Капитан. Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. Так, я уже забыл, какое дело будет. Потому что я и говорил, что я играл очень давно, это когда она вышла. Через сколько-то дней я ее скачал и уже играл. А потом я играл немножко, а потом я уже купил диск себе, коллекционное издание, где есть это все. Ну, все ассасины, части всех ассасинов. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Кока это кто, который коксом торгует? Направо, налево, давайте направо пойдем. Кто у нас тут? Ты Кока? Да и да еще часа два, не меньше. Там в бочонке галеты, кому надо. Вообще-то у меня к вам вопрос. В чем дело? Никто из матросов не ведет себя странно. Не говорит ничего необычного. Парни, знай, жалуются на собачьи харчи, будто это моя вина. Больше я ничего не слыхал. Мой совет, найдите Джеймса. Он всегда держит ухо востро. А где его найти? Да прямо у вас за спиной, сидит на бочонке. Так, за спиной. Только за спиной у меня вот тут был. Только он не на бочонке, но это я понял, но за спиной... Вот он только он. Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал, но не здесь.
Идемте. Да, чтобы... Что вы хотите знать? Чтоб никто не послушал. Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Мил старается их успокоить, но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Так, сейчас нам обратно в каютку надо. А, нет. К этому. К капитану, да? Так. Нет, все-таки сюда надо. Добрый вечер. Как дела? Нет, не капитану. Тихо, все. Как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись. Размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? И мы это должны сейчас проверить. Вот это ты круто перепрыгнул, но немножко ты промазал. Так, вон там у нас. Так вот. Изучить подсказку. Коннор у нас умеет легко изучать подсказки. Это только вот так вот проверяет и все. А Коннор у нас специалист. Может попробовать в рот, походу, еще положить немножко. Распробовать, где и что, где, когда. Кто-то выбрасывает бочонки. Забавно. Да. Забавно. Так, и опять в каютку нам надо. И опять что-то, походу, будет рассматривать, писать, да? Ну да. Историю своей жизни, да? Да, и опять это пролетело. И он опять ничего не сказал. Так, это какой уж день? 33-й. Да. 33-й день. Уже как-то долго мы плывем. Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте! Эй, береги головы! Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! Пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Ну, Коннора обучат. И это как раз хорошо, что его вниз, вниз спустился. Эй, Тэм. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, чего же? То есть? Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? Так
Вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Я ассасин, я убийца, а не... который любит сдаваться. Уверены, что вы этого хотите? Да я его сейчас первого раза убью. Он вообще легкий. Давай. Покажи, на что ты способен. Так. Вот так вот тебе. Я хотел это с первого раза сделать, но не получилось. Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал, только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было, это все. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Он обещал, что может вырезать иголу. Так что лучше не мешать. Позже в тот же день. Так. Давай. Во. Надо закрепить шпоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь, я разберусь с парусом. Так, сейчас нам надо завязывать паруса. Так, вот первым. Давай. Че ж ты так долго завязываешь? Так, вторая вон там. Так, давай, давай. Так, следующее где? А, вот тут оторвалось. Давай, 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 быстрей. Так, тяни, тяни, тяни и завязывай. Нам нужна скорость. Отдать просто. Так, нам надо сейчас на мачту залезть. Давай, давай. Так, вот сюда нам надо залезть. Вот, вот сюда. И сейчас оторвать. Ну, он разрежет их. Сейчас разрежет. Все. Ох, черт. И нам надо его сейчас за время спасти. Я не удержусь. Тут скользко. Давай, давай, давай. Ловлю. Чувак, ты шапку посеял. Так, а тот корабль, который захватить хотел нас,
И у него не получилось. А у нас все получилось. Мы продолжаем путь. День 72. Вот вы представляете, как до Америки долго ехать? 72 дня. Это ж целые 3 месяца, да? Если так считать. А, нет, 2 месяца. Сколько-то дней. Печенюшки держал какие-то. Че, опять без разговоров будешь только тут, да? Ходить, писать. Ну как хочешь. Так, лимит потерян. Ну, мы пока на 100% делаем второстепенные задачи. Но извините, если я не буду там делать... Прям на 100%. Так, вот он опять капитан. С ним разговаривать. Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь. Че, мы поднимемся, там будем стоять и увидим. О, видишь, уже музыка играет. Сейчас мы поднимемся, и будет музыка играть. И как бы у нас синхронизация, ну, осматривание города, но он не будет. Зачем ему осматривать? Вот сейчас, так, еще немножко. Вот еще в Assassin's 4 Black Flag. За кого мы будем играть? Дезмонд умер. Вот я все-таки не представляю. Вот. Ubisoft представляет. Assassin's Creed 3. Путешествуем в новый свет. 125, 150, 175. О, норм. Выложились прям на 100%. Давайте попрыгаем. Чуть будешь прыгать? Ну как хочешь. Дезмонд и то прыгает. Ну как хочешь, можешь не прыгать. Я не заставляю тебя. Вот мы и приплыли уже, все. Наконец-то городок, можно побегать. Бостон, 1754 год. А вон Чарльз Ли идет. Мистер вот Кенуэй, мистер Кенуэй! Да, чем могу служить? Чарльз Ли, сэр, к вашим услугам и очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился, багаж доставят в гостиницу. Как смешно. Ладно, давайте тут закончим. С вами был Филипп, и мы проходили игрушку. Так, иди нафиг отсюда, Чарльз Ли. Так, мы играли с вами игрушку Assassin's 3. Пока мы ждем все остальные игры, как Battle 4, GTA 5, Watch Dogs и все такое. Assassin's 4, ну вот, все такое мы ждем. Я пока сыграю Assassin's 3. Ладно, всем до свидос, с вами был Филипп. Подписывайтесь, ставьте лайки, конечно же, кто же ждет Assassin's 3 и все такие игры. Я всего жду еще Watch Dogs, прикольная игрушка. Но не буду сейчас о ней, потому что мне надо уж прощаться. Ладно, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.